Меня зовут Андрей Захаров, и в моей рубрике «Правила жизни тех, кто живет рядом с вами». Мне очень нравится эта акция, потому что это еще один повод сходить в музей. Наверняка тяжело ночью принимать столько людей. Нам не привыкать. К вам часто ночью ходят, да? Тебе нравится ночь музеев, да? Можно же и днем в музей ходить так-то, в принципе. Ночью интереснее. Это понятно. Самое полное число в моем доклоне. Ну что там все бесплатно? А то, что бесплатно здесь все, да? Да. Нравится. Глаза, зеркало души, не случайно такие стали есть. Как у вас на портрете, например, да? Ну, на портрете всегда нужно улучшаться. Тебе нравится, как Зоя Владимировна тебя рисует? Нет, я не вижу. Зоя Владимировна, покажите как. Самое интересное, это когда в конце. Здорово, да? Тебе нравится? Бешеные эмоции просто. Пришел на ночь в музее, чтобы вдохновляться. Ну, тут разные мастер-классы хорошие. После того, как ткань уложена, намечаются линии под углом 45 или минимум 30 градусов. Затем разрезается синель и лохматится щеткой. Или, если ткань мягкая, можно прям в стиральной машинке постирать. Дизайном хочу заниматься. Дизайном чего? Интерьеров, дизайном одежды, дизайном... Дизайном одежды хочу. О, ты хочешь стать какой-нибудь Кирой Пластининой, да? А? Ну признавайся. Да. Мама научила расписывать стенки, вот, в деревне там платить-то нечем. Все детские сады расписала, все школы, ребятишек, ну там зверюшка детских рисует, как они книжки читают. Так и зарабатывали, да? Да. Ну вообще как бы популярно на лице рисовать, да, сейчас вот это вот? Сейчас уже популярно. А тогда, когда мы только-только начинали, это брали гуашь и рисовали. Ты знаешь, что у тебя на лице что-то нарисовано, Настя? Не знаешь, да? Мне вот эта вот картина понравилась. Вот это, да? Ага. Чем она тебе понравилась? Ну, потому что она состоит из трех рамок, я такого никогда вообще не видел. Я очень люблю акварель. Очень. Это нежные краски. Это просто поэзия красок. Наверное, потому что вы поэтичная, да? Да, я очень романтичен, поэтичен человек. Твой любимый герой, которого ты рисуешь, это кто? Капитан Америка. Капитан Америка? Я в интернете рисую комикс про блина-волшебника. Ага. Ну и это стало очень популярно, там 1000 подписчиков примерно. Ничего себе, как его зовут? Блинчик Фалкрум. Могу сказать одну фразу из старого любимого фильма «Бой тут одни старики, ибо все приходящее, а музыка вечна». Можно также отнести это к искусству, ибо все приходящее, искусство в нашем мире вечно. Счастливо вам вот. Спасибо. Побольше синели нам делайте. Спасибо. Спасибо вам.